Имя, фамилия, отчество. Просто не интернет. Имя, отчество, фамилия. Блядь. Сергей Анатольевич Петров. Интернетом пользовался сегодня? Сегодня нет еще. Провайдер какой у тебя? Еликом. Как, блядь, громче говори. Ros-Yelikom. Понятно все. В общем, история такая. Я понял, что я интернет-зависимый, когда однажды в 5 утра у меня дома отключили интернет. Я буквально в чем было вышел на улицу в поисках подходящего терминала. Мне нужно было оплатить интернет в терминале, в котором бы не было комиссии, потому что денег у меня осталось ровно 1 месяц. Я обошел 15 магазинов, прежде чем нашел подходящий терминал. Последний пятихатник оказался настолько жеваным, что никак не хотел залезать в купюроприемник, и я провел там практически 15 минут и буквально на коленях стоял перед терминалом, чтобы оплата прошла. Я с трудом вспомнил свой номер счета. Он как бы записан у меня на бумажке, но я как бы забыл дома в этот раз, поэтому пришлось вспоминать, потому что чувствовал, что вернуться я уже не смогу. После того, как я полчаса провел за вспоминанием номера счета, продавцы начали коситься на меня, и я понял, что я действительно жалко выгляжу и что у меня проблема. Помогите мне.